Так, ребят, в принципе, я все отстроил, и время вам это показать. В принципе, я думаю, вы готовы, и в принципе, 3, 2, 1. Привет, дорогие друзья, с вами Лев, и в принципе, это у нас уже пятая часть по выживанию в Майнкрафте на версии 1.13.1. Я, кстати, знаю то, что скоро уже выйдет 1.13.2, да, там типа снапшоты, я так понимаю, да. Я играю пока что на 1.13.1, в принципе, вот так вот, да. И ладно, в принципе, как вы видите, я начал обустраивать это место, то есть это вообще место, ну, думаю, вы догадываетесь, что это за место, сейчас я уберу эти листья. Это место, короче, я здесь очень много убирал земли, я в этом мире, наверное, часа 4-5 был, да, за все время, за всю эту неделю, да, с прошлого ролика, да. Здесь, как видите, уже нету ничего, то есть все я это убирал лопатами, типа, и так далее, да. Еще я стримил еще тогда, когда ролик вышел в тот же день. В принципе, ладно, хорошо, так, в принципе, хорошо, да, началась ночь, давайте поспим. Я сейчас играю с текстурами, да, это тоже Fightful, но это такой, немножко другой Fightful, неофициальный, немножко другой, да. Мне он тоже понравился, я решил сегодня с ним, да, побыть. Я решил сделать, ну, вот у меня текстуры, видите, да. И получилась, короче, такая зимняя трава, да. И почему бы, в принципе, так и не оставить. В принципе, мне нравится, да, типа осень, немножко зима уже. Как бы, ладно, в принципе, скоро она уже будет начинаться, да. Хорошо, так, кстати, я убивал животных. Это все за кадром было. Я уже все моменты, которые я все это делал, я удалил. Да. Сразу хочу сказать то, что давайте наберем много лайков. Думаю, лайков 10. 9-10 лайков набьем, потому что над этим роликом я очень много старался, да. Кстати, окей. У меня, кстати, есть алмазы. Это тоже все вроде бы на стриме было. Да, это на стриме было. 4 алмаза я добыл, да, на стриме. Еще я карту сокровищ нашел. Поэтому у меня где-то вот там дома, короче, все должно лежать. Тут всякие ресурсы есть. Я кое-что сюда перетащил, да, всякие вещи. Вот так вот выглядит трава. Мне она больше нравится, чем с обычным фейтфулом. Я, короче, подумал, я не буду делать обычный дом. Ну, как бы уже не будет обычным. Просто я не хочу делать именно из дуба. Я хочу сделать из ели. Ну, или сосны. Ну, как-то так, да. В принципе, вот там находится биом сосновый, да. Поэтому хорошо, так, вроде бы у меня все с собой есть, в принципе, еда есть, все есть. Он находится, блин, топорик, маленькая прочность у топорика. Давайте, в принципе, вернемся. Да, у меня вроде бы были еще топорики, я деревья добывал очень много, как бы, вот это все сделать не так уж и просто, я все очень долго делал, да. Хорошо, так, могу я запинаться, да, за это я извиняюсь. Видео вообще снимаю в воскресенье. Я надеюсь, что я успею его сделать, да. Вообще, я хотел еще постримить, но как вы, думаю, понимаете, то, что это сложно будет сделать, потому что, ну, как бы, я сейчас буду весь день над роликом стараться. Я хотя бы раз в неделю буду пытаться для вас ролики делать. Каждые выходные где-то... Это что? Это что? Алло! А, это лошадь? Нифига себе, это чё с текстурами? Нифига себе, блин, капец. Не, если будут какие-то вообще съемные баги, то я, конечно, уберу текстуры эти. Я вообще хотел их на одну серию сделать именно с этим файтфулом. Может быть, это потому, что несколько я текстур паков сделал, поэтому такая дичь происходит, да? Но вообще выглядит все прикольно, типа облака сделал, да? Текстуры будут или в описании, или в первом комментарии, да, то есть закрепленные, да, оставлю, может быть, минут через 10 после выхода ролика, как бы, оставлю его, да. Ребят, я стал замечать то, что немножко упал актив, как бы просмотров стало меньше, то есть если раньше, ну, первая, вторая часть набирала там по 120 просмотров, там по 110, по 130 бывало, но именно вот четвертая серия, она получилась не очень. Я как бы соглашусь, потому что видео было не очень интересным. Надеюсь, что над этим больше будет актив, да. Кстати, скоро же будут каникулы, и поэтому я буду снимать очень много роликов для вас там, да.
и как бы надеюсь, то, что вы их тоже будете смотреть, да. Нужно как бы возвращать актив, я как бы это понимаю, да. То есть я хочу сейчас, кстати, сделать из сосны, то есть это у нас, ну, ель, да, из ели я хочу сделать. Как бы, в принципе, да. Хорошо. Не скажу то, что этот ролик будет каким-то супер крутым, но я здесь буду как бы дом строить, да. И вот как-то так, наверное, большую часть ролика я просто вырежу, я буду сейчас опять, наверное, 2,5 часа тут что-то снимать, да, что-то делать. Первая, кстати, серия столько и шла, то есть 2,5 часа я играл где-то. Ну или 2 часа, я, если честно, уже особо не помню. И у меня уже первый стак дуба получается. Вообще топорики железные, они очень крутые. У меня еще осталось, то есть, ну я ломал же деревья, я делал 4 топора или 5. И остался, видите, еще один. Может быть, еще не только он, еще какой-то есть, да, топорик. Может быть, каким-нибудь еще лежат в сундуке. Вообще, я как-то немного странно как-то комментирую, я это прекрасно знаю, слышу, да. Обязательно посмотрите прошлый ролик именно по мини-режиму, потому что он получился интересным, так сказать, возвращение на полгода назад. И именно, типа, ну не на полгода назад, месяца на 4-5 назад, типа, там была моя великая фраза, да, типа, да. И тот ролик реально мне вообще самому понравился, да. То есть, как-то так, да. Правда, я там сделал ролик в 720p, ну, потому что я там замутился, ну, то есть замутил всякую дичь, всякую сделал, да. И поэтому мне пришлось 720 делать, чтобы ролик быстрее загрузить. Может быть, это тоже 720 выйдет, но это не точно. Я думаю, 1080 сделаю пи качество ролика. Я, кстати, в первом видео говорил то, что скоро будет 1440, но это будет очень долго, то есть я, может быть, когда-нибудь постараюсь такое сделать, да, но этот ролик, скорее всего, будет опять минут 20 идти, поэтому, возможно, даже в 720 выйдет, поэтому, ну, хочу за это извиниться, как бы, да, надеюсь, то, что вы поймете. Ой-ой-ой, скелет. Так, хорошо. Хорошо, давайте железо тихо. Ну, на самом деле, который мне достаточно нравится, достаточно неплохие. Текстуры мобов еще разные. Текстурки, да. Не знаю, как вам текстурпак. Да. Если честно, меня подлагивает, когда я там буду, например, ломаю, я это чувствую, да. Надеюсь, то, что на ролике это не будет так сильно чувствоваться, да. Как-то так, да. Я, короче, сегодня цель ролика это будет построить хотя бы начало, первый этаж дома хотя бы. Я думаю, я возьму стака 3. Ну, то есть, когда сломается топорик, я думаю, я, в принципе, этот момент вырежу, да. Ну, не знаю, короче, я, наверное, некоторые моменты не нужно будут вырезать, потому что, ну, думаю, сами понимаете, типа, зачем мне делать большой ролик. Да и неинтересно будет смотреть минут 50 ролик, да. Как-то так, ребят. В принципе, надеюсь, то, что я сегодня смогу его выложить. Скорее всего, я буду в 720, да, я все-таки буду, наверное, 720 делать, потому что, ну, я, как бы, очень долго рендерится, если честно. Еще превьюшку там всякую надо сделать и все такое. Как бы, сами должны понимать. Я надеюсь, то, что этот ролик зайдет, потому что я реально, я очень хочу, потому что уже 2 последних ролика набрали, ну, просмотров нормально набрали, а вот лайков вообще мало, типа 7 лайков каждый ролик. Ну, 2 эти ролика, 7 лайков набрали. Это, конечно, неплохо для моего канала, но все равно, типа, мы в последнее время набирали по 10, по 9. Даже 8 не набирали, то есть 9, 10, 11 было. Даже 12 было, то есть 12 лайков это вообще что-то с чем-то. Это, по-моему, первый видос 3 недели назад по прокарты было. Там вообще жестко было все. Как-то так, ребят, надеюсь, то, что вам, ну, я уже, если честно, меня задолбал, типа, у вас просить всякие лайки. Просто, как бы, я не собираюсь, как бы, вас постоянно просить, просто ставьте их, типа, чтобы как-то ролик продвигался, типа, я хочу, чтобы новые зрители подписывались. Потому что, ну, типа, когда лайков много, то комментариев больше, типа, пишите комментарии свои, да. Тоже смотрю их, читаю, да. Там, на вопросы каким-нибудь отвечу, как бы, как-то так, да. Да, хорошо, так, сколько я уже добыл? Я сейчас топор сломаю, в принципе.
Этот момент, наверное, выжил, я не вижу смысла что-то тут особо говорить, да. Ну, вот как-то так. Да, кстати, я сейчас могу сказать вам такую, рассказать историю о том, то, что я когда-то играл на Crowfoot Edition, то есть я раньше его и снимал, к сожалению, ролики удалены, и даже если зайти на мои два старых канала, то есть, ну, прошлый канал и позапрошлый, то есть самый первый, то там не будет Crowfoot Edition, я не знаю, зачем я их когда-то удалил. Как бы у меня есть по Pocket Edition 5 видео, но они даже не вышли на самый первый канал. Потому что мне было стыдно, потому что я там такую дичь снял. Это просто жесть, да. Может быть, когда-нибудь покажу эти ролики, которые остались. Может быть, найду те, которые удалил. Типа, может быть, они где-то у меня хранятся. Я не знаю, да. Ну, типа, не знаю, может, я вообще не знаю даже пароль от старого канала. То есть, если бы я бы знал бы, я бы там бы снял бы видео, типа, вот, смотрите, у меня новый канал, типа, вот этот новый канал. Я в первом видео, кстати, все рассказывал про это. Сейчас появится подсказка на первое видео моё вот этого канала. Там все будет, то есть, там, конечно, блин, нету ни музыки, ничего, потому что, как бы, я еще тогда не умел вообще монтировать. Это потом я уже начал что-то делать, да, делать всякое такое, да. Хорошо, блин, елочки такие прикольные. Я думаю, нам пора возвращаться, потому что сейчас начнется ночь, да, а мне ночи не надо, да. Я думаю, мне ели хватит, я вот это все сейчас заменю на ель, и я думаю, мы продолжим, да, с этого как бы, момента, да, в принципе, погнали. Итак, ребят, в принципе, я продолжаю, и, в принципе, мне не хватило дерева, то есть там где-то 3,5 или 4 стака надо. Короче, очень много дерева нужно, да. Я думаю, я добуду сейчас стака 2 и дострою, в принципе, дом, да. Хорошо, так, в принципе, ладно. Надо сейчас добыть как бы дерево. Я, блин, даже не знаю, что мне комментировать, реально. То есть, я вообще много знал то, что мне прокомментировать можно. Я уже реально забыл, то есть, я вчера собирался снимать, но снимаю сегодня. Вот так вот у меня получилось, да. И, блин, я надеюсь, то, что выходные выйдет, то есть, как раз выйдет вечером, ну, хотя бы выйдет, да, потому что, ну, раз в неделю, получается, по сути, да, получается, ладно, так, окей, мы сейчас вот так вот ломаем, в принципе, хорошо, так, да, я не знаю, сколько времени, кстати, уже прошло, я, в принципе, думаю, на монтаже потом напишу, типа, сколько времени прошло, да, 30 минут спустя, я не знаю, сколько, если честно, про что я не смотрел, я просто сижу тут и что-то вот такое вот ломаю, да, ломаю, строю, там, сношу старое, я вообще не знаю, зачем я сделал из дуба, я типа просто, я вообще не думал, то есть я когда-то хотел сделать просто вот так вот, чтобы дом просто вот так вот квадратный был, таким большим, да, и не подумал то, что надо делать из другого материала, кстати, можно сделать вот так, такой вот ель, да. Мне кажется, то, что это красиво выглядит все-таки. Как бы здесь текстура майнкрафтовская, здесь... Ну, знаете, почему она выглядит как-то не очень? Потому что текстуры... У меня текстурпак стоит, поэтому немного выглядит не так, да. То есть ель выглядит лучше. Но на самом деле ель не должна лучше выглядеть, блин. Хорошо, так. В принципе, как-то так, да. Какое-то дерево маленькое мне попадается. Я, кстати, думаю, волка приручу потом, да. Вот как раз тут они бегают. Да, кстати, собираются уже в новой версии 1.14 добавлять в этот биом всяких лесу, что ли, или кого-то там, да. Еще биом какой-то новый в джунглях, какие-то деревни новые. То есть я, кстати, буду, скорее всего, выживать на новой версии или в новом выживании, да, типа... Потому что здесь просто не появятся новые постройки, скорее всего. Или появятся там через пару километров. Типа, них может сломаться, понимаете? Них я просто... Я думаю, когда я закончу этот летсплей, да? Я вообще не уверен, что я дойду там до дракона какого-то, да? Но я попытаюсь, да? Тем более один. Я, в принципе, до дракона никогда один не доходил. Типа, я вот... Ну, как-то я... То лень развиваться было, то есть, типа, зачем, как бы, чуть-чуть развиться, там, до железки бывало, максимально, там, чуть-чуть алмазы,
там добывал и все. А как бы именно, чтобы кроме ада, то есть, ну дальше ада я особо не шел, то есть в Эндермир я не ходил особо никогда, именно выживанием, да. Только вот с подписчиком я вот играл, да. Я на стриме, походу, это рассказывал, да. Я не помню, то, может быть, в Вольке, я не помню, да. Кстати, я уже добыл много дейва, я думаю, мне его хватит, я надеюсь, что мне его хватит. Хотя, блин, еще же надо будет строить, я думаю, это не добуду. Надо же будет еще досками все убивать. А вообще, думаю, читы наберу, потому что, знаете почему? Потому что еще доски, да, как раз доски. Чтобы было 8 стаков досок, получается, да, и 2 стака на того же, ну, я думаю, вы поняли, на что именно, да, как это назвать, ну, что я там вообще за здесь строю, я не понимаю, как это назвать, короче, да, давайте покушаем, кстати, да, видео, наверное, большим получится, я вообще, кстати, запись не выключал, то есть, может быть, я и в перемотке это сделаю, я не знаю, но я не вижу смысла, потому что, ну, типа, а что я делал, я, типа, просто строил, может быть, я сделаю в маленьком экране, типа, может, кто-то не верит, я не знаю, типа, то, что я это реально делал. Может, в каком-то креативе подумают кто-нибудь, я не знаю. А смысл мне креативе строить, не знаю, ладно. В принципе, блин, очень резко здесь, кстати, темнее, типа, небо сначала красное, потом сразу, как бы, такое вот синее, это из-за текстур парка на этих, на эти облака, да. И вот как-то так, да. Чувствую, ну, я как бы слышу себя, то, что комментирую плохо, только слышу себя немного не очень, да, хорошо, поэтому мне сложно говорить, да. Уже ночь, но мне пофиг, короче, я продолжаю, я должен 4 стака добить. Я не знаю, зачем я вообще это снимаю, сейчас комментирую, потому что все вот эти 30 минут, или сколько там, 20, я не комментировал, я просто молчал, там, я не знаю, и все, типа, просто делал, ни на что не обращая внимания. Вообще, я думаю, ну, то есть, я, знаете, как хочу, я хочу скинуть миг, короче, да, я вроде бы уже про это говорил, может быть, и не говорил, а просто в мыслях это, так сказать, говорил, да, то есть, я хотел сказать, но мог забыть, то, что я хочу выложить миг в описании, да, типа, когда я буду заканчивать вот это все, да, этот летсплей, типа, вы сможете продолжить играть в моем мире. Я думаю, идея неплохая, типа, почему бы и нет. Типа, вы сможете выживать уже в мире, где есть какие-то ресурсы, да? То есть, в моем мире это сначала прикольно, да? Сид, кстати, давайте я вам сид оставлю, типа, сид. Вот такой вот сид. То есть, вы можете создать этот мир уже сейчас и выживать без всяких вещей, как у меня, конечно, но в этом мире вы будете. То есть, вот он сид. Вот тут, кстати, есть творческий режим. Видите, я скриншотил. То есть, я хотел превьюшку сделать. Сейчас, короче, я сделаю нормальный дом, и тогда уже сделаю скрин, да. Тогда так будет лучше превьюшка, да. То есть я в креатив захожу, чтобы превьюшку сделать. Типа, сверху, например, да. Блин, такой сломался, капец. Вот этого, конечно, я не ожидал, то, что он сломается. Вот это, конечно, подстава. Не думал, то, что он сломается. Потому что сколько прочности. У меня где-то 300 прочности было, потому что у меня еще старый такой был. Я еще новый, кстати, делал. За кадром будет, наверное, так, окей. Хорошо, ну мы так в этом биоме сегодня прям что-то делаем, да. В этот биом я вообще не знал, то есть я с 4-й серии только узнал про него, потому что я летал, хотел сделать красивую превьюшку, но она неплохой получилась, но она получилась похоже как на стриме, то есть у меня на стриме в этом же миге было, я же в этом мире стримил, да. Я, кстати, следующий стрим, думаю, сделаю по мини-играм, хотя, наверное, позже, блин, этот баг лошадями, мями, да? Лошади вообще наркоманы какие-то. Наркоманские, да. Так, куда я иду? Вообще не понимаю. Я просто запинаюсь. Говорю неправильно. Я вообще не понимаю, что я несу. Ну окей, я, кстати, тут железную дорогу хотел повезти. Вот там есть железная дорога. Я ее, естественно, потом скрафчу, да? И все будет хорошо. Да. Смотрите-ка. Вот она, видите? Ну, там она, тут только начинается, да? Только тут, да. То есть, ее мало. Ее, по-моему, больше даже нету. Или где-то лежит, я не помню. Я вот хочу вот в этот дом сделать железную дорогу.
Да, вот как видите, вот как все выглядит. Да, давайте поспим, чтобы лучше видно было мне, а то я сам нифига не вижу. Нифига не вижу. Вот, видите, вот это надо снять, это убрать сюда. Давайте я так поднимусь. Да. Снизу я сделал. Осталось вот это и сверху. Окей. Так. Вот так вот делаем. Так, 25. Блин, а топорик-то нет, ну вообще капец. Вот тут, кстати, все дерево. Я же говорил, что его тут дофига. 5 стаков где-то, если не больше. Это вообще капец. Каменный возьму, окей. Погнали. Так. Так. Хорошо, давайте это снесем. Это мы вообще вот так вот сделаю, смотрите-ка, вот так вот. Все вниз, короче, повалится, не то пофиг. Что-то вот там дерево не растет. Я его посадил тоже минут 30 или 40 назад вообще. Не растет, офигело дерево, блин. Еще там одну костную муку потратил на него. Естественно, оно не выросло. Это там на 1-2-5 только вырастает все. С первого раза. Типа сейчас с третьего или с четвертого, чтобы дерево вырастить. Не знаю, или с шестого вообще. Да. Так, здесь я сделал. То есть уже из ели. Ну, ели, сосны, как бы, для меня это, так сказать, одно и то же, да. Это не важно вообще, как говорить. По-моему, раньше она как раз и называлась сосна. То есть в прошлых версиях. Может быть и нет, я не помню. Но, по-моему, сосна называлась. И сосна, и ель, типа, вообще без разницы, типа. А что это такое, типа, какая разница вообще? Окей. Давайте вот так вот сделаю. Сделаю, да. Вот таким вот образом. Тут я, естественно, это все построю. Наркоманка, что ли? Я не понимаю, что происходит. Что за дичь? Объясните мне просто, пожалуйста. Что за дичь? Что за дичь происходит? У меня, наверное, сейчас гигабайтов 15 вольт будет весить. Если не 20 и 25, потому что я уже записываю где-то час. Да. Не останавливая ролик. Да. Я надеюсь, то, что в этом ролике более-менее звук будет хороший. То есть у меня, да. Потому что я чувствую, то, что у меня звук какой-то не очень. И извиняюсь за шум, да, который в роликах у меня бывает. Слышно. Может быть, не так сильно слышно. Если какая-то музыка играет, то, скорее всего, не слышно особо. А если не играет, то все слышно должно быть. Хорошо, что она... Нет, все равно, я не знаю, как эту проблему решить со звуком. Я уже куча видео смотрел, как это все решить. Может быть, я когда-нибудь это все смогу решить, да. Но ролик реально выйдет на час где-то. На полчаса это будет самый длинный ролик на моем канале. Ладно, я думаю, здесь уже рукой сломаю, пофиг, здесь 3 блока сломать, блин. Давай, ломайся. Я вообще мечом сейчас сломаю. Мечом быстрее будет. Пофиг, что он тратится аж по 2 прочности. Ну ладно. Давай, давай. Хорошо, да. Я, в принципе, на стриме или... Ну, вроде бы на стриме говорил про то, что я собираюсь... Я уже, короче, вообще все забыл. Запутался, блин. То ли на стриме, то не на стриме. Я, короче, собираюсь... кое-что делать, ну, с новой летсплей снимать скоро, да, это будет, как я и сказал, скоро, да, я не знаю пока как, да, а, я в прошлом видео говорил, точно, я в прошлом видео про это немножко говорил уже, то есть на 1.11 будет сборка модов, я там буду играть не один, это уже такой спойлерок, да, я, по-моему, это даже в прошлом видео я это все говорил. Поэтому, да, посмотрите прошлое видео, оно реально прикольное. То есть там немножко склеек есть, немножко монтаж немножко изменил, да. То есть немножко получше стал. Единственное, то, что качество ролика может быть не очень крутым. Ну ладно, да неужели, блин. Я уже наконец-то это все отстроил, наконец-таки. Ура! Да. Я прям рад, потому что, ну, типа... Я вот это строил, сколько, полчаса, час, вот эту дичь менял. Минут 40, наверное. Не знаю, сколько. Но сейчас тоже точно минут 40 прошло, если не больше. Потому что я привык, что то, что время летит просто быстро. Я где-то в часов 12 начал снимать. Ну, не ночью, конечно, ну, думаю, вы поняли, короче, да? То есть я начал в 12 часов снимать. Да.
Если будет полчаса ролик, то, конечно, я сделаю 720p, потому что, сами понимаете, я не хочу ждать до 8 вечера, да? Как-то так. То есть я попробую, кстати, когда будут каникулы, начать снимать ролики намного чаще, типа раз в день снимать стрим, например, и как бы ролик. То есть в один день стрим, в один день ролик. Да. Ну, посмотрим, короче, как будет. Да. Вот так вот. Кстати, это железо похоже. Но это все получается в шахте добывал, все это железо. Вот тут куча. Или я его из дома взял, я не помню. Я еще добывал, я точно помню. Хорошо. Фух, я уже устал, если честно, комментировать. Блин, реально. Устал. Я вообще особо даже не ел. То есть я поэтому сейчас немножко уставший себя чувствую. Но пытаюсь все равно как бы разговаривать, типа, в ролике, типа, как-то, не знаю, веселым быть, потому что грустным, как в прошлом видео, я не хочу быть. Типа, ой, позапрошлым, по выживанию в прошлом видео, да. А у меня прошлое видео другим. Прошлое видео было как раз веселым, то есть я там более-менее веселый был. Так, а, у меня же ничего нету. Давайте, я не знаю, яблочки точно не буду есть. Я думаю, печку уже можно здесь сделать. Почему бы и нет? Давайте печку сделаем, хотя бы одну. Что я сделаю? Да. Вот так вот, все. Я думаю, уже скоро надо будет портал в ад делать. Кстати. Но сегодня мы именно домом займемся. То есть в следующей серии уже все будет, поэтому видео не получится таким, каким я его планировал. Я еще в шахту хотел сходить, но я уже так устал, то что. Извините, ребята. Но я вот эту дичь построил. Давайте уже я наконец-таки. Вот на это оставшееся дерево. Подождите. Алло. Фух, не надо меня так пугать. Фух, ладно, давайте. Вот так вот пока что сделаем. Я вот пока что не знаю. Давайте, короче, я вот так вот как-то построю. Где у нас будет выход? Так, смотрите, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать. Где тогда делать? 5, 6, 7, 8. Тут получается, да? Чтобы как-то все симметрично получилось. Получилось, да. Да, нормально. Вроде как. Я. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6. А, ясно. Да, ну пофиг, вот так вот будет, короче. Окна пока что не знаю, какие будут, поэтому я сделаю вот так вот. Так вот, да. Вот так вот все сделаю, да. И, ребята, я думаю, мы увидимся тогда, когда я уже хотя бы немножко построю дом, хотя бы половину, я не знаю, первый этаж хотя бы обустрою и продолжаем. Так, ребят, в принципе, я все отстроил и время вам это показать. В принципе, я думаю, вы готовы. И, в принципе, 3, 2, 1. Вот такой вот, ребят, у меня дом получился, как вы видите. Я его строил очень долго, то есть за этим кадром где-то прошло 1,5 часа, наверное, или час. Ну, где-то, наверное, 1,5 часа, да. Вот, как вы видите, вот так вот окна всякие выглядят. Тут, правда, немного тупанул, тут я уберу вот это посередине. Ну, и вот там, наверное, тоже, блин, немножко тупанул, ну да пофиг, в принципе, я исправлю. На некоторых местах нету окон, это вы поймете, когда я зайду внутрь. Ну, там тоже нету. Ну, короче, окей, мы идем. Я, короче, здесь скрафтил кучу сундуков, да. Мне нужен, кстати, камень, я за камнем шел. Но потом уже решил включить запись, да. Вот так вот, это все пустые сундуки. Эти, ну, как бы, вот кровать, кстати. Вот она, печка и верстак. Верстаки будут везде тут находиться, чтобы. Ну, чтобы удобно было. Здесь есть лесенка, и вот так вот все это выглядит. Здесь будет, так сказать, склад, можно сказать, печек. Ну, то есть здесь будут печки, вот с двух сторон. Здесь будут, наверное, какие-нибудь варочные стойки, там, и какой-нибудь стол зачарований в будущем, да. Идем, ну, кстати, вот здесь, заметьте, здесь везде окна. То есть, если что, то здесь везде окна. Это, на самом деле, хорошо, да. Ладно, давайте поднимемся. Ой, что это происходит? Ну, окей. Здесь все пусто, но здесь вообще будет такой масштабный склад. Я думаю, сундуки даже вместе плиток сделают.
кстати, с этой версии можно уже делать. Как видите, вот так вот уже можно делать. Раньше нельзя было, раньше только через блок. И вот там, вот тут наверху я, скорее всего, потом свет сделаю. Ну, ну да, лампочку какую-нибудь сделаю, типа, какой свет у нас есть. Ну, короче, какой в Майнкрафте есть свет, который вот, в виде блока. Вот такой вот сделаю какой-нибудь. Окей, да. Вот так вот как-то все выглядит. Я думаю, кстати, я думаю, здесь нету смысла вот делать. Кстати, вот что я еще забыл. Балкон какой-нибудь сделать. Но я думаю, балкон на третьем или на этом этаже когда-нибудь позже сделаю уже. Я просто обстроил дом, я очень устал, поэтому... ну, как вы меня поймите, я сейчас, если честно, отдыхал, кстати. Ну, я отдыхал, поэтому... Уже не так уставший, но все равно уже как-то немного устал. Поэтому мы уже будем заканчивать серию сейчас. Давайте немножко тут еще исправим. Я думаю, я уже не все или на скиме все вещи сюда перенесу. Железную дорогу, кстати, оттуда взял. Сейчас положим куда-нибудь. Стак, оказывается, есть у меня. Яблоки всякие, ресурсы. Конечно, там дома еще много чего. Я оттуда, кстати, если что, то место, оно, скорее всего, останется. Там ферма есть, типа... Я потом туда какую-нибудь железную дорогу или водяной путь поведу. Вот туда, да. И все будет хорошо. Тут я еле сделал, потому что я миллион раз ходил вот туда. Уже полмеса вырубил, да. И вот как-то так здесь. Ну, типа здесь тоже лесок сделаю вокруг дома, потому что, ну, как бы пустое место, да. Вот здесь всякие животные будут. Типа тут коровы бегают, может сюда их загнать будет потом. Но, естественно, потом. Думаю, на стриме или в следующем видео, наверное, тоже буду делать. Я, к сожалению, не снимал все эти час где-то или полтора, я не снимал, как это все делал. Поэтому, Саян, я никак не могу вам это показать, как это было. Наверху нету окон, потому что там как раз сундуки всякие будут находиться, да. Вот тут, ну, тут вот в этом месте нету, потому что здесь сундуки тоже стоят. Потому что на третий этаж смысл, типа, зачем... именно на третий этаж как бы идти, да. Здесь просто будут основные всякие ресурсы, там еда, там всякая кожа, что-нибудь такое, а наверху именно такие ресурсы, например, да. В принципе, как-то так, ребят, я думаю, мы будем заканчивать, давайте мы поднимемся, посмотрим еще, что я тут немного намутил. Так, ну давайте все-таки я вот так вот сделаю, я думаю, все-таки так тоже хорошо выглядит, да. Типа, будет немножко несимметрично, если в одном месте будет кость везде стекло, ну, как здесь. А здесь, типа, разделение такое, да? Окей. Где эти? Вот он. Я, кстати, хочу, чтобы добавили эти самые лестницы, типа, новые, тоже под такую идею, например. Вот тут, кстати, я крышу делать не собираюсь, то есть вот там наверху я просто потом сделаю лампочку, ну, я сказал уже про нее, и будет гореть хорошо свет, да. Ну, тут тоже факела можно поставить, ну, ладно. В принципе, меня это не волнует пока что. Так, вот, окей, вот тут тоже сделаем. Здесь окна, кстати, немножко поменьше, то есть тут нету. Ну, я не знаю, зачем я так сделал, но, типа, мне кажется, так лучше выглядит. Не знаю. Можно вот тут, например, балкон сделать? Хотя нет, я думаю, на втором этаже, потому что на этом просто склад. Типа, это склад просто. Зато я сделал трехэтажный дом. Я вообще думал, то, что я только первый сделаю этаж. Но я решил уже не по частям все вам показывать, а уже сразу все это делать. В принципе, как-то так, ребят. Думаю, вам видео понравилось. Давайте наберем 9-10 лайков, пожалуйста. Давайте наберем, а то... Ну, реально уже так хочется, типа, чтобы как-то оценили, потому что... Но я очень старался, то есть над этим видео это было очень сложно. Вообще, я еще в шахту хотел сходить, я уже говорил в этом ролике. Может быть, выездил этот момент, не знаю. Очень старался, поэтому, ребята, давайте, давайте. 9-10 лайков. Я думаю, это легко, типа, особенно для выживания, типа, 10 лайков набрать, там, 9. Мы по прошлыми видео по 11 лайков набирали. То есть у меня все эти... 4 части, 3 части, по 11, 10, что ли, лайков. Ну, вот, последняя часть мало набрала. Ну, да пофиг, в принципе, как там. Последняя набрала, потому что она реально скучная была. Здесь, как бы, я сделал сложное дело, да. Там, кстати, крыша есть. Давайте я прям в креативе сейчас. Я тут, кстати, творческий делал, уже хотел сразу в творческом все показать. Просто покажу, типа, полетаю. Вот так вот, как вы видите, все выглядит.
тут верстачок, ну ладно, не буду его сносить таким вот образом, типа, ну не буду, короче, ничего трогать, я потом поднимусь, чтобы все честно было. Вот такая вот крыша, достаточно простенькая, типа, вообще можно было лестники вот тут уже начать, но, типа, это было бы, наверное, не очень. Ну вот так, мне кажется, дом выглядит прикольно, типа, вот отсюда смотреть прикольно, типа, не знаю, как вам, зашел вам такой дом или нет. Я думаю, я как-нибудь здесь сейчас превьюшку сделаю. Как-то, не знаю, вот так вот, что ли. Типа, почему нет? Ну, так вот, например. Прям при вас возьму, сделаю превьюшку. Вот как-то так. Да, а я сделаю поисковку побольше просто. Так. Сейчас мне прогрузится. Я даже не буду этого вязать, наверное. Давай, прогрузись. Что-то не прогружается. Стекло, ладно. Так, ну все, короче, я, если честно, замучился. Хорошо, что стеклом хотя бы проблем не было. Вот так вот сделаю. Все, ребят, в принципе, как вы видели, я все сделал, честно. То есть я вот так вот взял, зашел. Я, кстати, микс с читами делал сразу. То есть у меня, видите, у меня закрыт доступ к сети. То есть, вот, кстати, лодки, кстати, ну, лодки. Вот здесь, кстати, текстура обычного дерева, здесь... Вот такая текстура. Я думаю, это потому, что у меня текстур-пак такой. Ну, не знаю. Короче, ребят. Вот там еще снизу прикольно выглядит. Типа такая страшная вообще. Ужас какой-то. Скрафтил сразу такой стало. Ну, окей. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Тут уже вечер начинается. Я на этот ролик потратил часа 4, если не 5. Вообще, ну, на сегодня и дом делаю, деревья убил там. Все такое, как бы вообще не думаю, что уже столько времени прошло. А может быть, я если честно, не засекал, но где-то 3, может, с половиной, может, 3 часа. Ну, 3 часа точно было, то есть 3 часа точно было. Все, ребят, всем спасибо, пока-пока, и, ребята, удачи, ставьте лайки, и увидимся в следующем видео. Пишите комментарии, что снять в следующем видео, именно какой режим, да. Всем спасибо, пока-пока. Так, вот так вот, все. Пока-пока. Smoking Nirvana, ring the la 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 la. Smoking Nirvana, come on, ring the.